Усы, лапы и хвост. Таким набором документов хвастался известный мультипликационный персонаж Кот Матроскин. К челнинским четвероногим, в частности собакам, требования гораздо выше. Каждый пес должен быть поставлен на учет. Ветеринарная служба города напоминает владельцам домашних животных об обязательной регистрации собак. Это требование действует с 2014 года. Так, согласно республиканскому закону об отдельных вопросах содержания домашних животных в Татарстане, каждая домашняя собака должна быть зарегистрирована. Сделать это можно в ветеринарном объединении по адресу поселок Зябь, переулок Автомобилистов, дом 8. Бланки для заполнения выдаются там же. При себе нужно иметь паспорт животного и копию паспорта владельца. Взамен хозяева четвероногих получат свидетельство о прохождении регистрации.